что в антирейде можно только один раз умирать. Так и в обычном, так и на обычном рейде можно много раз, это, то есть один раз умирать. Это не зависимость от этого. А, Иля, спасибо тебе огромное за золотой геймпад, самый первый в ТикТоке. Спасибо огромное за поддержку. Если я правильно прочитал там твое имя. Иля или Илья? Так, что у нас здесь будет за база? Понятно, понятно. Что у нас будет за база тут? Наш чоппер стоит, окей. Понятно, тут ничего нету. Так, я вернулся. Что в антирейде, может, только понять, уже сказал об этом. Вот сегодня ферму ходил, тактик нож выпал. Понятно, понятно, поздравляю тебя. Давайте посередке тогда взорвем. Посмотрим, что там есть. Ну, выглядеть может неплохо. Выглядеть может неплохо, ребят. А вот что внутри, фиг его знает. Ну, давайте здесь посмотрим теперь, что еще есть. Спасибо за Майнкрафт, Илья. О, хоть со второй комнаткой разобрались. Я думаю, в той комнатке стоит чоппер. А в другой, наверное, оружейный станок. Нет, 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 при рейде с кислотной ванной не могут вытащить эти самые вещи. Так что нормально все. Можете там хранить. Можете там хранить, ребят. Так, ну погнали тогда. Погнали. Вау, сколько тут всего интересненького есть. Ну, ладно, ладно. Так можно забрать. Вот это можно забрать, в принципе. Где можно фармить уровни? Бункер Альфа? Бункер Альфа. Ферма. Я бы сказал. О! Вот это тоже классная тема. Давайте все-таки воины за угла, наверное. О, ого. Идеально. Даже здесь воин за угла пригодился, ребят. Так, спасибо, Илья, за шоколадку. Спасибо огромное за поддержку. Жду не дождусь своего первого рейда. Да, это точно, ребят. Это точно. Первый рейд, вот его всегда запоминаешь. Что там всегда фигня база бывает, но иногда может и повезти. У меня, кстати, на новичков везло всегда, ребята. Там хорошие базы были. Ну, относительно. Сенс, спасибо за подписку. Спасибо, ребят, за поддержку. Так, понятно. Окей. Погнали еще здесь. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Так, сюда, сюда, сюда. Блины. Окей. Ну, можно еще вот так взять, наверное, и все. Больше у меня нету этих самых сишек. Поэтому, наверное, ограничимся вот таким вот лутом. Вот. Все, тут тоже фигня. Ладно, в принципе, нормальный лут. Вот. Даже не понадобился чоппер. Я, правда, не знаю, там есть ли еще что-либо, но... Надеюсь, что там ничего не было.